сначала мы искали новые земли. Дул ветер, паруса корабли. Потом полетели в темный холодный космос, чтобы оставить во вселенной свой голос. Нам интересно знать, что будет после жизни. Нам интересно знать, что нас ждет впереди. Душа не бывает молодой или старой, пойми. А времени иллюзия, созданная людьми. Тебе не нравится глубоко погружаться в себя, а некоторым вообще наплевать на себя, тебя. Мы думаем о себе каждый день. Видим все со своей перспективы. Знание многое меняет. Нам интересно знать, что будет после жизни, что нас ждет. Они от этого не исчезнут, останутся на месте. Если душа существует, то где-то в твоем теле. Она в голове, а возможно, все по-иному на деле. Мы думаем о себе каждый день. Перспективы. Знание многое меняет. Нам интересно знать, что будет после жизни, что нас ждет.